привет! Сегодня мы вместе с вами будем учиться делать крис-кросс. Крис-кросс состоит из двух элементов. Первый элемент – это простой проект над фишкой. Второй элемент – скрещенный проект. При этом колени должны быть согнуты. Для того, чтобы облегчить себе проезд над фишками, перед каждой фишкой постарайтесь больше трясесь. Крис-кросс – это один из самых главных базовых элементов. Поэтому его нужно делать очень хорошо и уверенно.